Привет всем! Нахожусь я сейчас, видите, на распродаже. Шутка. Нахожусь я сейчас в своей гардеробной. Переезжаю я на новую квартиру. Пока вот завожу сюда вещи. Сейчас вам буду делать обзор. Что вы здесь видите? Здесь много места, много полок. Все шикарно. Всегда мечтал о такой гардеробной. Но перед тем, как я сделаю обзор, я хотел бы вам показать, как я жил 2 года назад. И вот я не зря одел эту куртку, потому что именно в этой куртке я делал свой первый обзор. Так что погнали. Сейчас ищу квартиру в Киеве, и то есть ночую у знакомых. Хорошо, что в Киеве много знакомых, есть где остаться. Итак, давайте по поводу квартиры. Здесь у меня, короче, коридор, мусор. Короче, все старое, все облазит здесь. Здесь, короче, старая сантехника, она немного протекает. Так, здесь кастрюли, чайник, плита, нету микроволновки. Смотрите, холодильник Днепр. Блин, он так закрывается четко. Так, переходим в комнату. Так, ну самое главное — это кровать. Выходим на балкончик. Так, переходим в спальню. Здесь все просто. Пока успел завести кровать, не знаю, туда, думаю, кину какой-то коврик, кину какой-то столик. Здесь будут 2 тумбочки, ну и здесь какую-то полку с книгами, думаю, поставлю. Смотрите, какая прикольная вещь. Кровать у меня с подсветкой, видите? Можно красный, голубой, зеленый, желтый. Но мне вот нравится вот такой вот цвет. Переходим в коридор. Здесь, не знаю, думаю, какой-то вот такой диван поставить, чтобы удобно было, да, обувь снимать. Здесь кину какой-то, не знаю, тоже комод. Здесь какое-то зеркало. Дальше. Здесь у меня сигнализация. Здесь у меня камеры. Один вид. И второй вид. Ванная комната. Здесь тоже все, что нужно, есть. Знаете, мне эта квартира немного напоминает отель. Все как в отеле. Сушка вот особенно. Переходим на кухню. Кухня укомплектована по высшему разряду. Здесь духовка. Видите, вся техника Electrolux. Здесь микроволновка. Здесь холодильник. Температуру можно регулировать. Дальше. Здесь вот такая вот прикольная вещь. Здесь у меня мини-бар, можно сказать. Дальше вытяжка, плита, посудомойка и стиралка. Также есть кондиционер, пол с подогревом. Здесь также. Это подарок для любимой. 1001 роза, 2 вида коралловых роз. Специально, вот видите, поставил их под люстру, чтобы свет падал и красиво было. Так, вот это вот интересная вещь, это акустика, видите, чтобы провода вот не валялись на полу, они все спрятаны, и вот очень удобно подключать акустику. Здесь также, здесь, я не знаю, планирую, ну, большую плазму кинуть. Здесь поставлю свой рабочий стол, чтобы хорошее было освещение из окна. Здесь, не знаю, кину мягкий уголок, журнальный столик, ковер. И здесь, где стоят розы, большой обеденный белый стол. Вокруг стулья. Думаю, будет круто. Как и с прошлой квартирой, буду обустраиваться здесь и покажу уже вам, как все получилось. Пишите в комментариях, как вы думаете, сколько миллионов рублей стоит эта квартира. Я думаю, вот за месяц я уже завезу сюда всю мебель. Как раз к своему дню рождения. И все вам покажу. Так что жду ваших комментариев, а сейчас погнали торговать. Итак, в этом видео, как обычно, будет крутая торговля по скальпингу. Досмотрите это видео до конца.
Смотрите, какая здесь ситуация. Было восходящее движение, идет затухание, у нас горизонтальное движение, идет наш коридор. Здесь я ищу, жду хорошую позицию для входа. Кто следит за моей торговлей, кто следит за моим каналом, вы могли заметить, что я часто торгую в таких ситуациях. Но здесь я жду, чтобы график опустился еще ниже. Перехожу на другую валютную пару. Здесь, смотрите, у нас такая же ситуация. Восходящее движение и опять идет нисходящий скальпинг. В прошлой ситуации у нас был горизонтальный скальпинг. Здесь у нас, видите, он идет немного под наклоном. Вот я вам рисую линии. Видите, валютные пары одинаковые. То есть в конце стоит японский йен. И графики похожи. Но в первой ситуации было горизонтальное движение, во второй ситуации движение немного под наклоном. Но это сути не меняет. Скальпинг работает везде. Переключайся на следующую валютную пару. Евро, британский фунт. Здесь у нас такая же ситуация. Видите, здесь у нас хороший, сильный уровень. И я заключаю две сделки на 20 тысяч на повышение от уровня поддержки. Здесь я ускоряю видео. Сигнал был шикарный. Заключил сделки на 2 минуты. 2 минуты здесь достаточно. Все сделки заходят в плюс. Смотрите, если бы я заключил, например, на 5 минут, да, график мог бы уже опуститься. Вот почему, люди спрашивают, почему на 2 минуты, а не на 5 минут? Потому что 2 минуты здесь достаточно, а 5 минут это было бы уже много. То есть смотрите расстояние. Смотрите расстояние между просадками. Опять я возвращаюсь на пару новозеландец, японский йен. У нас здесь шикарная позиция для входа. Опять я вам начерчу коридор. Здесь буду заходить от уровня поддержки на повышение. Здесь я ставлю 10 тысяч рублей на 1 минуту. Жду нужную позицию. Вот хорошая позиция, и я заключаю на повышение на 1 минуту. Здесь опять все отлично, и сделка закрывается у нас в плюс. Дальше обрезаю видео. Видите, на 5 минут было бы много, да, на этой валютной паре. Вот здесь отличная позиция для входа, и я заключаю на повышение, но идет просадка, идет пробитие, и я успеваю продать. Видите, я хорошо продал, потому что график вернулся. Но ситуация по-прежнему плохая, да, уровень немного пробит. Вот, видите, график продолжает идти вниз, и я принимаю решение уйти с этой валютной пары. Так, перехожу на пару новозеландец, японский йен и заключаю на 10 тысяч на понижение. Хорошая у нас позиция для входа, видите, но я заключил на 2 минуты или на 1 минуту, да. Здесь график у нас возвращается и мне дают возврат. Обрезаю видео. Опять же, на этой валютной паре шикарная позиция для входа. И я заключаю еще раз на минуту на 10 тысяч на понижение. Перематываю видео. И здесь у нас в последней секунде в один пункт меня закрывают в плюс. И вот на этом моменте, да, я уже принял решение закончить торговлю. Получилось заработать 42 700 рублей. Шикарный результат. Народ, хочу вас всех пригласить в мою бесплатную закрытую группу. Там я даю сигналы по такой же методике, как вот в этом видео. Качество сигналов у нас очень выросло. Теперь я даю сигналы чисто по скальпингу. Делаю анализ, делаю обзоры.
торгую вместе с вами, делаю скрины, показываю, как заходить, объясняю, почему заходить. То есть теперь мы не просто торгуем, я делаю обучение. Также в закрытой группе я применяю различные методики, которые я вычитываю в книгах, как поднять настрой, как избавиться от эмоций. Идем только на улучшение, и люди это видят. Я стараюсь внести много разнообразия в торговлю, сделать торговлю не такой скучной. И это существенно повышает качество сигналов и качество усвоения материала. Также хочу напомнить, что каждый день у нас идут розыгрыши по 500 рублей в открытой и закрытой группе. В закрытой группе вам ничего делать не нужно, вы вступаете в группу и ежедневно вы участвуете в розыгрыше на 500 рублей, а в открытой группе вам нужно сделать просто репост. То есть такое есть только в наших группах. Так что подписывайтесь на канал, огромное всем спасибо за поддержку, подписывайтесь на Instagram, подписывайтесь на Telegram, все ссылки в описании, поставьте лайки этому видео, всем удачной торговли, всем пока! Еще хочу подвести итог. Народ, мечтайте. Этого всего я добился благодаря мечте. Будет мечта, будет у вас все. Будут действия, будут исполняться ваши цели. Да, еще год назад жил в такой ободранной квартире. Люди писали, у тебя дырявые обои, какой ты трейдер. Да, были у меня дырявые обои, но я мечтал, верил и уверенно шел к своей цели. И вот сейчас, спустя год, у меня уже вот такая вот квартира, я как раз о такой мечтал, с таким ремонтом, чтобы все было в белом цвете. Ходил в супермаркет со своим пакетом, но я уверенно шел к своей цели. Я вот выкладывал пост в ВК, там парень и девушка, кто не знает, сидят на лавочке, девушка спрашивает: «А ты правда миллионер?» Парень говорит: «Правда». Девушка говорит: «А скажи что-нибудь по-миллионерски». Парень говорит: «Пакет не надо, у меня свой». Так что, народ, много мечтайте, верьте, никогда не сдавайтесь, всегда идите до конца. Никогда не слушайте людей, которые говорят, будто вы чего-то не можете. Знайте, вы все можете. Да пребудет с вами удача, да пребудет с вами сила. Погнали действовать.